Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 24 июля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На этой неделе повысились экспортные котировки на пшеницу. Производители удобрений пообещали заморозить цены, а Масложировой союз назвал стоимость подсолнечника в новом сезоне. Все самые интересные новости далее в выпуске. На прошлой неделе пшеница в глубоководных портах Черного моря подорожала почти на $20 за тонну, сообщает агентство Refinitiv. Сейчас пшеница с протеином 12,5% в Новороссийске стоит уже $245 за тонну. Отскоку цен, который вы видите на графике Refinitiv, способствовало несколько факторов. Во-первых, слабые продажи со стороны фермеров. Операторы рынка говорят, что темпы поставок зерна на терминалы сейчас гораздо ниже, чем в прошлые сезоны, когда зерновозы выстраивались в очереди. Во-вторых, есть опасения, что Россия соберет не такой уж большой урожай, как прогнозировали до начала уборки. Наконец, поддержку российским экспортным котировкам оказал рост мировых цен. Мир по-прежнему обеспокоен дефицитом осадков в США и Канаде. На Чикагской бирже всю неделю пшеница дорожала, и цены уже достигли двухмесячного максимума. Экспорт зерна в этом сезоне начался с низкого старта. В первые две недели июля отгрузки за границу оказались на 40% ниже, чем в июле прошлого года. По данным Центра оценки качества зерна, за рубеж, включая страны Евразийского экономического союза, было отправлено всего 800 тысяч тонн зерна. Дмитрий Рылько, глава Института конъюнктуры аграрного рынка, назвал такие объемы экспорта смехотворными и выразил обеспокоенность темпами отгрузок. Эксперт объяснил, обычно в первые три месяца сельскохозяйственного года Россия отправляет за рубеж треть своего годового объема. В этом же году июль выглядит провальным. Август, прогнозирует эксперт, тоже будет не самым сильным. Получается, что уже два месяца потеряли. И на последних египетских тендерах нет результатов, говорит Дмитрий Рылько. И это правда. На тендерах ГАСК с начала сезона блистает Румыния со своим более дешевым зерном. Она оттеснила Россию, которая в прошлом сезоне была самым активным поставщиком пшеницы. Глава компании «Прозерно» Владимир Петриченко уверен, что конкуренция в этом году будет серьезная. Тем более, что прошлый год в Румынии был очень неурожайным. А в этом сбор пшеницы увеличится почти на 60%, до 9,7 миллиона тонн. Россия же сейчас отправляет свое зерно в основном в Центральную Африку, сказала глава департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина. Она, кстати, смотрит на перспективы экспорта более оптимистично, замечая, что с 1 по 15 июля за рубеж Россия отгружала в среднем по 60 тысяч тонн зерна в день, а вот в последнюю неделю отгрузки выросли до 217 тысяч тонн. Зерновой союз рассчитывает, что в июле за рубеж будет отправлено 3 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Тогда как в июле прошлого года вывезли свыше 4 миллионов тонн. Интересно, что сейчас зерно экспортирует всего 20 компаний, тогда как в прошлом году их было 65. Тюрина объяснила это высокими ставками фрахта, в среднем $30 за тонну. В таких условиях с рынка уходят некрупные компании и остаются только те, которые имеют собственную портовую инфраструктуру и развитую логистику. Целый год мы говорили о росте цен на минеральные удобрения. И вот теперь, когда они подорожали в 1,5-2 раза, производители согласились наконец умерить свои аппетиты. В правительстве 16 июля прошло совещание, в котором участвовали вице-премьер Виктория Абрамченко, ряд других чиновников и главы крупнейших химических компаний. Бизнес объявил, что в качестве краткосрочной меры согласен сдержать цены на удобрения, а именно заморозить свои прайсы до 31 октября, то есть до конца осенней посевной. Кроме этого, производители удобрений пообещали предусмотреть дополнительную скидку для крестьянско-фермерских хозяйств. Правда, составит она всего 5%, так что главы КФХ могут не обольщаться. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов заявил, что приветствует заморозку цен и считает ее мерой своевременной. Минсельхоз рассчитывает, что в этом году аграрии закупят более 4,5 миллионов тонн минеральных удобрений в действующем веществе, а к 2025 году потребление вырастет до 8 миллионов 200 тысяч тонн.
А как считаете вы, друзья? Готовы ли вы к посевной? Закупили уже удобрения? Сколько намерены вносить на гектар, если сравнивать с прошлым годом? Мы будем очень рады, если вы напишите об этом в комментариях. На прошлой неделе Виктория Абрамченко раскрыла одну из интриг прошлого сезона. Какой доход получил федеральный бюджет благодаря тому, что правительство ввело сначала фиксированные, а потом плавающие экспортные пошлины. Итак, с 15 февраля по 9 июля 2021 года экспортеры российского зерна заплатили 15 миллиардов 400 миллионов рублей. Почти 15,5 миллиарда рублей. Это средства, которые были изъяты из карманов сельхозпроизводителей в пользу государства. Правительство обещало, что деньги, полученные от пошлин, будут возвращены в сельское хозяйство в виде неких субсидий. Но вот уже прошло полгода, у сельхозпроизводителей деньги изымаются, а как и когда они вернутся, правительство до сих пор не объявило. Бахчевые культуры пока еще не попали в поле зрения нашего правительства, и этим надо пользоваться. Мы приглашаем всех на День бахчевого поля, который издательский дом «Крестьянин» проведет в поселке Ботаника Гулькевичского района Краснодарского края. 5 августа на базе Кубанской опытной станции ВИР мы будем говорить о перспективных сортах арбузов, дынь, тыквы, кабачков и о том, как на них зарабатывать. Регистрация по телефону, который вы видите на экране. В новом сезоне подсолнечник будет покупаться по цене примерно 30-35 тысяч рублей за тонну, заявил глава Масложирового союза России Михаил Мальцев. Эксперт объяснил, что стоимость семян подсолнечника напрямую связана с мировыми ценами на масло и шрот. Масло, которое в марте 2021 года стоило более 1500 долларов за тонну, к июню подешевело на четверть. С учетом плавающей пошлины на экспорт масла, говорит эксперт, семена подсолнечника будут стоить в районе 30-35 рублей за килограмм. Правда, за последнюю неделю на фоне прогнозов жары в США, а также переоценки запасов пальмы в Малайзии, цены на все виды масел и соевое, и пальмовое, и подсолнечное стали подниматься. Вы видите это на графиках Центра «Агроэкспорт». Ясно, что урожай подсолнечника в этом году может стать рекордным, но мы все же надеемся, что за него переработчики дадут достойную цену. Господдержка в виде субсидий не помогла пекарням, и цены на хлеб все равно будут расти. Производители хлеба предупредили ритейлеров, что с августа повысят отпускные цены на 7-12%. Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин объяснил, что маргарин подорожал на 38%, упаковочный материал на 26%, сахар на 9%. Для сдерживания цен на хлеб правительство стало выплачивать хлебопекам субсидии – 2 рубля за килограмм. Однако господдержка не компенсирует полностью роста цен на сырье, говорит Лялин. В отрасли указывают, что негативно отразилась на пекарнях и практика фиксации розничных цен на масло и сахар. Переработчики решили восполнить выпадающие доходы от розницы за счет оптовых покупателей. То есть населению сахар и масло продавали по низкой цене, а вот пищевым компаниям по высокой. Глава Совыкона Андрей Сизов прокомментировал новость так. Происходящее – хорошее напоминание о том, что цены на зерно не являются определяющей переменной для цен на хлеб. За последние полгода хлеб подорожал на 3,6%, а цены на пшеницу с декабря, наоборот, упали примерно на четверть. Рост цен на хлеб не беспокоит Минсельхоз России, а вот овощи стали темой для обсуждения. На этой неделе и на совещании с президентом, и на совещании в аграрном ведомстве чиновники рассуждали, как можно сдержать цены. По данным Росстата, в июне морковь подорожала на 37%, картофель на 20%, капуста на 14% с лишним. Более половины овощей открытого грунта продается через трейдеров и посредников, которые забирают основную маржу. Картофель у агрария стоит 19 рублей за килограмм, а в рознице 56 рублей. Капуста у производителя 18 рублей, на полке 40. Такие цифры были озвучены на совещании. Представители Астраханской и Волгоградской областей, в свою очередь, пожаловались еще и на стоимость доставки. За год рейс в Москву подорожал с 45-50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
Что с этим делать? Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на совещании с единороссами призвал торговые сети заключать с производителями овощей соглашение о снижении торговых наценок. Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала развивать ярмарки. Она поручила регионам организовать ярмарки максимально быстро и в любых самых удобных для покупателей местах, в том числе у метро, у железнодорожных и автобусных станций, возле торговых центров. Посмотрим, поможет ли. Напоследок, хорошая новость для тех, кто занимается или думает заняться сельским туризмом. На этот вид деятельности Минсельхоз России в следующем году начнет выдавать гранты, сообщила замминистра Оксана Лут. Сколько средств и на каких условиях будет выдано аграриям, пока ведомство не сообщает. Но чиновники заявляют, что гранты обеспечат укрепление экономики и социальной сферы села. До сих пор гранты на сельский туризм были делом региональных властей. Например, на Кубани проводился краевой конкурс, победители которого в каждой номинации получают по 170, 130 или 100 тысяч рублей в зависимости от места, которое они заняли. Гранты выплачивает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. На этом все. Смотрите на нашем канале новые видео. День картофельного поля на базе КФХ Николая Юзефова и спецпроект по заделке стерни «Шанс на гумус». Генеральными партнерами этих мероприятий выступили производитель биологических препаратов компания «Биона» и эксперт в области картофеля, селекционно-семеноводческая компания «Малянов Агрогрупп». До следующей субботы, друзья!